Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии было направлено на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, мер по предупреждению острых отравлений в быту и формированию здорового образа жизни. По данным территориального отдела управления Роспотребнадзора в нашем городском округе, на основании эпидемиологического анализа инфекционной заболеваемости за истекший период зарегистрированы 13 257 случаев заболеваний, из них 12 494 инфекционных и паразитарных заболеваний. Комиссия отметила, что инфекционная заболеваемость выше уровня среднемноголетних показателей. Для обеспечения эпидемиологического благополучия основной задачей является охват специфической профилактикой не менее чем 40% населения, в том числе не менее 80% школьников и детей детских дошкольных учреждений, а также профессиональных групп риска. Вакцинация от гриппа – это единственная защита от дальнейших осложнений. Мы прекрасно понимаем, что и поставивший вакцину может заболеть. Мы это прекрасно понимаем. Но при этом мы отдаем себе отчет, что осложнений на другие органы и системы организма не последует. А это самое главное. Ведь тезис, который звучит уже в веках, предотвратить лучше, чем лечить, он актуален и в вакцинации против гриппа. Члены комиссии также отметили, что профилактика острых отравлений в быту и формирование здорового образа жизни являются приоритетными задачами по управлению рисками для здоровья населения. Зафиксирован рост смертности от отравлений алкоголем и появление смертей от отравлений наркотиками и уксусом. В то же время наблюдается снижение смертей от отравлений бытовой химией и, в отличие от аналогичного периода прошлого года, не зафиксировано ни одного случая отравления лекарствами.